вот таких разных слаймиков. Их очень много. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте поставить на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. У меня ножницы, бумага. Раз, два, три. Блин. Кто это бумага? У Даши, я порисовала. Ты, давай, давай, Маню, не открывай. Я вот это открою. Покажи поближе его. Импостер. Вот такой, да, ну-ка, открываем. Ничего не склеивает. Он не склеивает. Не склеивает? Какой центр поставил Фаник? Я думаю, наверное, троечку походим. Тройка. Дать тройку. Ну, не очень, да? Так, 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 давайте мы его сейчас уберем в сторону. Я за это хочу. Давай открываем следующий. Даша, поближе покажи его. Вот такой синенький. Видишь, ногами. Сейчас Даша его будет открывать. Там вытаскивай что? Вытаскивай его весь. Там что-то есть. Смотрите, какой на лобсу плитки. Там что-то есть. Как он? Там пингвин. Пингвинчик. Нам попался. У нас их таких много. Давайте посмотрим. Пингвин нам попался. Покажи. Угу. Вот слайм я взяла такой пингвинчик, да? Да. И... У меня так и нащупалось. Это какой-то... Мы даже не знали, кто там. Да? Да. Какой нам. Такой приятный. Не растягивается. Ну-ка, может, его тоже надо хорошо в руках. Погреть? Да. Какой? Маша уже мячик сделала. Слепила. Ну-ка, Даш, попробуй теперь. Начинает тянуть, нет? Нет. Такой какой-то он немножко... Как желебаф. Снежный, да? Или как желебаф он научил. Да, это как какой-то снег, снег, который вот... искусственный снег, как есть? Это снег, как, который не лепит снеговиков там никак. Слаймеры... нашли бы, как из него сделать способ, как сделать из него супер слайм. Тома, давай следующий слайм. Вот этот. Давай эту бутылочку берем, Даш. Так, Маш, покажи поближе сначала. Да, вот Маша открывает суточками, да? Ну-ка. Это не арбиз. А что это? Она жесткая. Это что за пузырики там? Это пузыри как будто бы. Они правда жесткие. Давайте достанем. Смотрите, это бусины. А, это бусинки, мы думали, что это... Арбиз. Да, такие прозрачные бусинки, да? Да. Ну, они очень красиво смотрятся. Прямо вот, как будто такие пузыри. Давайте мы же достанем наших милых. Да, такие милых. Дай мне одну достать. Ой, здесь бусинки. Бусинки отлетают. Да? Это мои любимые бусинки. Я буду на них так, такие раскинуть. Ну давай, Маша, давай разомни хорошо этот слайм. Бусинки отлетают. Даже... Ну, этот уже, о, этот вообще уже начинает хорошо тянуться, да? Я уже хочу тянуть. Вот такой он красивенький вообще с бусинками, правда, мы когда его мнем, бусинки все отлетают, да? Честно говоря, я не понимаю, зачем это все. Я ему даю 5. Ну, вот они уточки наши поплыли. Я даю ему 5. Давай его оценим как сам слайм. Как он там тянется, как он склонит его, как он тянется хорошо. Я ему дам 5. Что он еще там кликает? Давай проверим. Бусина. Бусинки пускай летают. О, слышите, вот, ребята, этот звук. Вот я назову. Так. Мне нравится этот слайм вообще. Да, мы ставим этому слайму. Какую оценку дашь? Пятерку. Да, рекомендуем, да? Давай уточек дальше. Покупайте такие слаймы. Да, и заказывайте. А уточек. Так, Дашутка открывает следующий слаймик. Это такая как баночка с медом. Там, покажи поближе. Поближе покажи ребятам. Вот, пониже. Вот, там такие пчелки, какие-то шарики. Он прям на самом деле очень похож на мед. Давай, открывай. Так, ну-ка, покажи там пчелок, покажи. Вот пчелки. Вот пчелки, Майя. Они тоже такие подсматривают. Пчелка Майя. Как уточки были, да? Поближе покажи, Маша. Полетели, полетели. Смотрите. Так, ну-ка, давайте его хорошо разогреть и разомните в руках. Хорошо сначала Дашутку в руках помни. Ну, это, наверное, вот он похож на этот голубой, да, по качеству? Привет. Хорошо тянется. Он правда похож на мед. Он другой, да. Вкусом пахнет. Вот такие пчелки летят, делают мед. Полетели вот. Давайте посмотрим, как они будут летать. В этом слайме. Ну что, кликает? Нет, ты, может, его плохо размяла?
Давай еще раз хорошенько. Даша педагога одной рукой, да, Даша как немножко второй помогает. Смотрите, смотрите. Ручка потихоньку помогает. Это у нее рука болит. Да. Я укрутила, она не на ноги. Да, ручка включится. Смотрите, какой он классный. Он еще влипит. Ай. Даша, давай, покликай его. Кликай. Да, да. Слышите? Это мы тоже 5 даем. Да, это хорошо. А, подожди, а мы же не знаем, как он растягивается. Давай, Манюнька, ты в одну сторону, Дашутка другую, возьмите его в ручки. Класс. Так, сейчас пчелки прилетят. Вот наши пчелки прилетели. А я собираю мед. Лети. Где вторая пчелочка? Вот они прилетели. Сколько медика нам сделали, да? Да, чтобы вы были здоровые. Вот. Классненький, да? Половина? Ну все, ставим мы ему 5, да? Вот такое фиолетовое яйцо с какими-то фруктиками. Такое красивое. Давай, открывай. Какое желе. Можно это что, бумажки? Один кусочек. Это бумажные или что это? Они не бумажные. Это пластиковые, да? Это пластики, да. Они это не ластики. Он блестящий. И изумрудный. С такими разными фруктиками. И апельсинки тут, и мандаринки, и яблочки. И что там еще, Маш? И что-то там с моськами какие-то. А груша, не с моськами. И груша там. А да? Это что такое, розовый лимон? Это, наверное, какой-нибудь грейпфрукт такой. И малинка, и все на свете здесь, да? Ну-ка, все, а теперь мы его оценим как слайм. Ну что? Я оценю, я плохо вижу все. Тянется хорошо, такой красивый. Ой, какой он красивый. Прозрачный. Смотрите, он напитывается. Да, очень красивый. Ну-ка, давай покликай его. Ну что? Мне кажется, нет. Не слышу никаких звуков. Мы, наверное, его плохо размяли. Давайте еще. И как это он, проверьте, девчонки. Нет, какой-то там еле-еле какой-то зуб. Ну я его... Ну он красивый. Плюс 5 даю. Почему плюс 5? 5 это самое лучшее. Да. У нас было 3, 5, это, наверное, 4, да? Ну, может, мы его просто еще плохо размяли. Он, наверное, лучше будет тянуться и щелкать даже. Ну, тянет он неплохо, да? Сейчас я открою такую баночку. Давайте его уберем. Напиток, в виде напитка. Поближе, Даш, покажи его. Вот, вот такой. Он перламутровый, розовый. Там внутри ничего нету добавок никаких, да? Да, просто, да. Давай, открываем. Какой красивый цвет, да, девчонки? Красивый, да, такой блестящий. Но все-таки он жестковатый, да? Как все слаймеры там великие, они бы его там, наверное, над ним поколдовали бы. Попробовали бы его размягчить всякими кремами, пенками для бритья. И получился бы супер. Но мы сегодня этого делать не будем. Мы его попробуем другой в следующем видео, да, тоже исправить, подправить. А сейчас мы уже будем открывать, да, наш не надо его последний слайм. Слаймик. Остался у нас вот такой... Слайм. Ну, не знаю, слайм, не слайм. Написано... Жвачка. Не слайм, да, жвачка для рук. Но мы сейчас посмотрим, похож он на слайм. Или нет. Не похож, или это лизун. И вообще, ребята, напишите мне, маме, чем лизуны отличаются от слайма. Я никак не могу понять до сих пор. Слайм. Так, открываем. Раз, два, три. Еще раз. Оно засохшее. Посмотрим. А нет, она не засохшая. Она, наверное, сама, видите, она как тянется. Вытаскиваем все, Манюнь. Это жвачка для рук. Так. Это не слайм. Это на самом деле, видать, жвачка для рук. Потому что она вроде жесткая, но она так тянется очень хорошо. Да, и подожди, да. Не зря же здесь глазки, да? Слайм бы он растекся бы весь. А тут можно приделать к нему глазки. Подождите, дайте монстры. Мы такой, ой, трехглазый. Такой монстрик у нас получился с тремя глазками, да? А три глаза только было, что ли? Нет, у Даши один, смотрите. Да, ну тянется он очень хорошо. Но опять-таки, наверное же, супер слаймеры добавили бы в него там какой-нибудь крем для рук, да? И он был бы, он получится мягким. То есть тут тоже есть чем поработать, ребята.
вот такие слаймы, ребята, мы сегодня распаковали с девчонками. Мне больше мёдик. Да, я тоже из этих всех слаймов, мне больше всех понравился, которые с пчелками. Это первое место у меня. Второе место вот это вот с уточками. Третье место я отдаю фиолетовому с фруктиками. Так, ну, эти все, наверное, все-таки на троечку, да? И этот... жвачка, это на самом деле, я не могу ни с чем сравнить, потому что это не слайм, не лизун, это вот что-то другое. А я скажу, какие мне понравились вот эти пчелки. Это первое место. Угу. Второе место, это вот такие, просто это как снег. Угу. А третье я даю ему. А знаете, уточка, да? А знаете, твердое вот эти, потому что там фруктики такие жесткие. А знаете что, я вот этим всем даю, а вот этим не даю место. Тебе какие, может, не понравились? Мне понравился вот не вот этот и не вот этот. Ага, с шариками тебе не понравился и жвачка для рук, да? А остальные тебе все понравились, да? Мне особо для удочки понравились. Да, ой, такой пингвинчик. Сидит снежочки, пингвин. Всем пока-пока!